Дорогие друзья, можете убедиться, какой чудесной солнечной погодой нас всех здесь в Нью-Йорке радует ноябрь. Сейчас я хочу попробовать приготовить два блюда, из которых одно буду готовить в первый раз, а второе уже по испытанному рецепту. Вот это второе – это котлеты из сборного фарша говяжьего и из индейки. А первый раз буду пробовать готовить икру баклажанную по нескольким рецептам, которые называются «Как в СССР». Вот посмотрим, что у меня из этого получится. Ну что ж, дорогие мои, хочу показать вам, как я собираюсь резать лук. Итак, по Емельяненко нужно оставлять вот такой хвостик, за который можно удобно держать лук. И сделать вот таких вот несколько надрезов. Это когда нужно лук тоненько порезать. Это я специально для фарша. Для второго варианта я специально купил вот такую расческу. С луком для фарша разобрались. Займемся всем остальным. Теперь кабачки. Морковочкой вот все уже готово. Теперь беремся за кабачки. Я не буду обрезать вот эту вот верхнюю часть. Обрежу только лишь вот эту. Вот так. И теперь буду чистить почти что от самого краешка. Вот смотрите как. Вот, и вот теперь, когда я все это сделал, смотрите-ка, я раз, и отрезаю эту пипочку, и кабачок готовый уже. Вот так. Так, морковки готовы, кабачки готовы. Так вот, я хочу внести некоторые коррективы в предложенный рецепт. Там использовались только лишь кабачки, морковка и лук. Я же хочу использовать еще и вот такой вот баклажан. Вот баклажанище какой большой. И его по тому же принципу, что я придумал только что с кабачком, также вот и буду его чистить. Ну, вот столько вот чеснока и на икру, и на котлеты, и на все мне более чем достаточно. Томатной пасты у меня не было, поэтому я вот воспользовался сальсой. Добавил ее сюда. Для цвета, для вкуса и для остроты. Сразу все сюда не полезло, в кастрюлю. Поэтому только часть положили. Пусть немножко ужаривается. Как я делаю фарш, я вам уже показывал. Вот сегодня еще один замес. Вот какой стала моя икра после обработки блендером. Сейчас попробую. Ну, что вам сказать, друзья мои? Вот это вот называется отрыв по полной. Поскольку я это все для себя готовил, мои американские родственники ближайшие и внуки с внучкой, они вот эту вот прелесть, кабачковую икру, они просто не понимают. А я наслаждаюсь. Спасибо Лазерсону и всем, кто, ну, повторил, немножко изменил рецепт икры. Очень здорово. Наверное, сейчас всю эту
кастрюлю съем.